тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGORAN уля-ля, что за сайт? Я не знаю слов. Тут я вообще не знаю, что ждать. Я уверен, что очень много может быть членов каких-нибудь вывесок, картин. Ох, господи, вон кофешоп. Наверное, это он, да? Да. А вон Дима стоит. А, Дина. Привет. Трейлер расстрелся. Привет. А мы с тобой договаривались? Да нет, мы не договаривались, конечно. А? Ты хочешь врубать переднюков? Не, реально. Запускай. Я просто 10 часов на ногах, типа, мы вчера договаривались. Не, я, типа... я просто с собой никто не договаривался, поэтому... Да нет, я никто другой. Хочешь врубай? Типа. Мне вообще похуй, реально. Покупай сладко. Мне уже Катя объяснила, что ты давно не стримил. Да мне похуй, я серьезно говорю. Типа, наныло там, не наныло, я не хочу. Забей так. Хуй, мне вообще все равно, реально. Мне похуй. Если бы мне было не похуй, я бы здесь пытался нет, каждый день постримить. Нет, нет, не надо ради меня сейчас вот так вот делать. Хорошо, не надо. Я потом у тебя ночью просто попросить. Так, все, кольцо Славы приехали к нам. Я тогда переведу вас к Славе. Мы все теперь в одном месте. Альбестер пропиши или Крот, пропишите, пожалуйста, рейд. Пишите, пожалуйста, рейд. Привет, кстати. Привет. Привет. Блин, вы все в одной цветовой гамме примерно. Хочешь врубай, реально, я не хочу уже стримить. Почему? Ну, просто не хочешь. Да похуй. Подруби после него вместо меня, я не постримлю. Подруби, постримишь, что-то. Нет, так не хочу, типа, что... Просто я не знала, что делать, мне сказали написать тебе. Потому что я не хотела, ну... Типа, вот так вот наныть, блядь. Просто чисто обидно, просто все. Так-то все хорошо, я могу не стримить. Просто. Давайте как-то решим. Давай я просто он достримит, ты потом постримишь. Я не буду стримить, просто ты постримишь. Да, мне тоже поебать. Вообще, я тебе поэтому говорю, ты можешь сейчас врубать. Будешь врубать? Ну, врубай. А потом ты будешь рейдовать тоже. Да мне похуй. Я уже привык. Давай ты кинешь рейд Наташа постримит. Я просто не буду стримить. Да, все. Давай. Я готова пожертвовать собой, чтобы никто не ссорился. Договорились? Да, давай так. Все хорошо. Без разницы. Я просто готова реально стримить. Ты можешь просто с него запустить. И чтобы все будут довольны. Все равно будет стрим уже. Ребята все равно посмотрят. Я 2 дня стримила. Типа, ничего страшного, думаю, не обидится. Спасибо, думаю, то, что терпели. Все, не тильтуем. Все рады, все счастливы. Все, сейчас. Косичка, Диман, бахнет, это нормально будет. Все. Вот так идет. Димай, тут сильно пахнет прям. Да, капец, я уже надышалась. Я еще не различала, куда ты пахнет. Ты понимала, я вот эти штаны, типа, тоже по ходу купила. Я сегодня по ходу вообще одевалась. Блин, очень красиво. Это где ты купила? Это манго. А, манго? Да. Блин, я, видишь, боюсь, что замерзну. Они просто... А я еще, видишь, тоже взяла, что, типа, на пафосе. Я типа вот джинсы взяла сегодня и кофту взяла, потому что замерзла. Кофта красивая, видела ее, но не хотела просто еще такую же покупать, поэтому. Мне видно через злые очки. Моему ламбо нету места. Все супер, тусим.